Всем привет! И сегодня я покажу вам свою технику для съемок видео. Поехали! Ну, начнем мы с вами с вот такого вот кольца для телефона, по-другому селфи-кольцо. Оно очень удобное, легко одевается. Также можно одеть его с другой стороны. Есть три режима. Вот первый, второй и третий. Но на самом деле есть секретный четвертый, если долго зажимать кнопочку. Та-дам! Вуаля! Вот такой вот прикольный эффектик у нас получается. А это у нас моя самая первая стойка с твердыми ножками, а еще они выдвигаются. Вот такая высокая она получается, но она может держать только самые легкие телефоны. А это просто незаменимая вещь для блогера, особенно когда мы едем на море. Вот такая вот она у нас розовенькая, красивенькая. Есть специальные защелочки, чтобы вода не проникала внутрь. Вот так вот он открывается, и туда можно положить все что угодно. Телефончик, денежки, не знаю. И все, и можно повесить на шею и пойти плавать, вот. Я сюда обычно ложу свой телефончик. Даже попсакет не мешает, в принципе. Для съемок под водой вообще прикольно. Можно делать как фотографии, так и видео. А это у нас объективы для телефона, рыбий глаз и широкоугольный зум-объектив. Вот так вот просто он одевается. Можно одеть как на переднюю камеру, так и на заднюю. Также можно сделать очень крутой эффект для фото. А теперь давайте рассмотрим следующую очень крутую штуку. Как вы думаете, что же это? О, да, это микрофончик. Он очень крутой. На нем можно слушать музыку, можно включать минусовки и сразу же в него же и петь. То есть вам не нужно ничего больше, кроме него. Ни колонки, ни другого какого-то микрофона. Все в одном. Также можно слушать радио. Это входы специальные для переноса информации, либо зарядки. Также можно флешку туда вставить. Включаем. The Bluetooth device is ready to pair. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Прием, прием. Прием, прием, прием есть. Вот такой вот микрофон, ребяточки. Вот такой вот. А это у нас маленькая такая вот стоечка. Я очень люблю такие стоечки на самом деле. Во-первых, они дешевые. Во-вторых, у них очень классные ножки. Они вот так вот спокойно гнутся в любые стороны. И поэтому телефон держать как бы очень безопасно. Мы знаем, что он никуда не упадет, если мы хорошо зафиксировали ножки. Ну, конечно, не так, как я сделала это одной рукой. Вот сюда вот ставим телефончик, и все. Можно вот так вот прикреплять его к стулу и к чему вообще, к чему только захотите, лишь бы он мог туда прикрепиться. Ну, это самая обычная селфи-палка. Я думаю, даже вы знаете, где такую можно купить. Но я люблю ее, и так как это одно из того, чем я часто пользуюсь, я решила вам ее показать. Тоже просто доставляется телефончик.
Подключаем телефон, и мы можем начинать фоткать либо снимать видео. А теперь давайте рассмотрим мою первую кольцевую лампу. Она, правда, уже немножечко потрепана жизнью, но я все еще люблю ее. Да. У нее есть три режима. Первый, второй и третий. Вот так вот они переключаются. Можно регулировать цвет, яркость, выключать. Вот, менять режимы. Ну вот мы и дошли до моего главного сокровища. Большая кольцевая лампа. У нее очень много крутилочек всяких. Ее можно выдвигать на рост в 2 раза выше, чем я. Ну ладно, в 1.5. Вот там вот всякие, да, закручивалки. Можно регулировать яркость. Вот там вот маленькая такая была крутилочка. Сюда телефончик вставляем. Вот. Подключаем. Потом нужно найти специальную крутилочку. Вот так вот находим и включаем. Та-дам, та-дам. Также у нее есть другая насадка, желтенький свет. Вот такая вот она прикольная. Сейчас покажу еще вам несколько фотографий. Ну а теперь давайте я вас познакомлю с моими телефонами. Это самое главное, на что я снимаю свои видео. Причем я снимаю как для Ютуба, так и для Лайка. Да, это вредная коробочка от телефона Honor 20. И вот он такой у меня. Красивенький чехольчик, люблю его. Хи-хи. Телефончик тоже люблю, не только чехольчик. У него очень крутые задние 3 камеры. На самом деле даже 4. Также буквально недавно я купила себе телефон iPhone 11. Да, ура! Веселуха! Он, конечно, действительно очень крутой. Я снимала это видео давно, но решила показать вам все-таки. Вот я только купила телефон и делала типа что-то типа распаковочки. Но не зря же я это делала. Давайте посмотрим, что ли. Вот, такой он классный был. Я была в шоке. Снимала на свой Honor. Да, фокус не сразу сработал на Honor. Но на iPhone, конечно, нет таких косяков. Вот тут всякие приколюшечки. Hello! Ключик. Яблочки. Афони, афони. Вот здесь у нас наушники. Такие они прикольные. Изначально кажется, что это AirPods, но нет, они проводные. Не ведитесь на это, они проводные. Зарядочка. А вот это, ну, явно не для российских розеток. На этом наш обзор на мою технику заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки.